Следующий вопрос. Как быть тем, кто выехал временно, но проживает постоянно за рубежом и уже давно просрочил свои документы, как внутренний, так и заграничный паспорт? Стоит сказать о том, что гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за рубежом, но временно вернувшийся на территорию Российской Федерации, обязан в течение 60 дней с момента пересечения границы Российской Федерации подать уведомление ФМС либо почтовое отделение Почты России. Подача уведомления осуществляется при предъявлении лицом, подавшим такое уведомление, паспорта гражданина Российской Федерации, либо иного документа, удостоверяющего его личность на территории Российской Федерации, в том числе документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.